Сегодня я буду готовить отбивные из индюшиной печенки. Для этого мне нужны такие ингредиенты. Значит, печенка индюшиная, мука, соль, черный молотый перец, яйцо и подсолнечное масло. Вот. А также мне нужна дощечка, на которой я буду отбивать индюшиную печенку. Вот такой кулечек. Так, сейчас я разобью яйцо. Вот вилочкой его так забью. Так, теперь нужно отбить печенку. Так вот я уложу ее в пакетик. Пакетик для того, чтобы брызги не летели, очень удобно. Вот. И сама печенка не будет от молоточка разбиваться. Так, вот так. И вот этой частью молоточка отбиваю. Все, теперь я на тихий огонь ставлю сковородочку, вот, наливаю масло, пока сковородка будет нагреваться. Я аккуратненько достаю печенку. Теперь нужно посолить, поперчить. Аккуратненько на другую сторону переворачиваем. То же самое посолили, поперчили. И вот так вот яйцо. В муку. И на сковородочку. Так точно я достаю вторую отбивную, солю, перчу, поворачиваю ее на эту сторону. И аккуратненько в яйцо и в муку. Также на сковородочку. Так, теперь я переверну на другую сторону. Огонь немножко я добавила, и минуточки две еще пожарятся они на другой стороне. Так, вот первую порцию можно уже выкладывать на тарелочку. Так, и сюда другую уже ложить. Так, отбивные я пожарила. Теперь на чистую сковородочку ложу кусочек масла. Так, и выкладываю сюда отбивные. Вот, для того, чтобы их немножечко вот так вот под крышечкой пропарить. Так, и буквально на тихом-тихом огонечке, вот так буквально несколько минут, минутки три,
пропариваем. Отбивные индюшины готовы. Пробуйте, готовьте. Очень быстро, вкусно. Приятного аппетита!